По всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». До 9 мая волонтеры будут раздавать символ Великой Победы в самых оживленных местах города. Где и когда можно получить ленточку в наших городах, знает Антон Рассказов. Получить георгиевскую ленточку в Апатитах вы сможете 27 апреля в 16 часов в самых оживленных местах города. У городского ДК в микрорайоне Старые Апатиты, в районе городского рынка, а также на пересечении улицы Строителей с проспектом Сидоренко. А в центре города волонтеры вас будут ждать около памятного знака землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Раздавать горожанам символ Победы будут волонтеры и студенты учебных заведений города. Они расскажут, как носить ленту правильно. Волонтеры, молодежь с удовольствием заранее, вот Апатитский политехнический колледж позвонил в библиотеку, спросил, будет ли акция, сказали, конечно, будет, они хотят принимать участие. Общественная организация «Волонтерская воля», которая в молодежном социальном центре, они им помогают, поэтому это будут раздавать ленты ребята, молодые, учащиеся. Лент много, лент мы раздаем каждый год по 3-4 тысячи. Раздача георгиевских ленточек будет производиться в три этапа. Кроме 27 апреля волонтеры в указанных местах будут вас ждать 5 мая в 15 часов и 9 мая в 11:30 на площади у Дворца культуры. За две недели до Дня Победы волонтеры планируют раздать не менее 20 тысяч лент по всей Мурманской области. Кировчане получить символ Великой Победы смогут также 27 апреля в самых оживленных частях города. На центральной площади, у магазина «Универмаг», в музейно-выставочном центре кировского филиала акционерного общества «Апатит», в районе магазина «Юбилейный», Верхнего озера, в районе магазина «Молодежный», в районе торгового центра «Олимп», микрорайона Кукисумчор, поселка Титан и поселка Каашва.